Понедельник вечером у здания суда железнодорожного района из-за гололеда столкнулись 7 автомобилей. Фактически тут имелись 2 ДТП, которые произошли с разницей примерно в 30 минут, но по одной и той же причине. Первыми оценили невозможность безаварийно остановить машины владельцы Аксио, Алиона и Пасфайндера. Все они ехали друг за другом. Причина, по которой 28-летняя автолюбительница, возглавлявшая эту колонну, начала торможение, тоже была связана с гололедом. На нее со встречной полосы вынесла Исузу Эльф. Грузовик чудом не задел Аксио, но изрядно напугал ее хозяйку. Его вынесло на встречную полосу. Все, боком начало нести на меня. Вот, само собой, у меня реакция начала. Я не резко не тормозила, начала притормаживать. Все, тут удар сзади въехала машина. Следом еще одна. На встречку вылетела, вот девочка затормозила, получается. Я за девочкой тут говорю, ну тут видите, тут реально тут каток. Тут никак не затормозить. Я вот за ней, тут за меня он паренек вот, на Ниссане, и все, в принципе. И тут мы уже часа через пол стояли, вот он вылетает навстречу, тут крутится, цепляет меня, и он Рафика прям туда, я в него. Следующая авария произошла по вине 20-летнего уроженца Средней Азии, который ехал на Тойоте Калдине. Иностранец двигался по улице Суворова в сторону проспекта и не справился с управлением на том же месте, что и напугавший автолюбительницу водитель автофургона. Однако, если шоферу грузовика удалось выровнять ход машины и не задеть иномарку, попавший в просак водитель Калдины из крутого пике не вышел. Я оттуда ехал, просто дорога скользкая, я не смог потормознам. Машина сам. Вспомните, какая скорость была? У меня меньше 60, примерно 50 км в час. Калдина повредила Land Cruiser Prado. Владелец этой машины объяснил произошедшее всеобщим бардаком. Одни дороги не чистят, для других это не повод ехать медленнее. Целый день идет снег, ни одной машины не было. Еще кавказцы носятся на этих безголовые. Следующей жертвой неуправляемой колдины стал владелец Toyota RAV4. От удара он отлетел назад, наткнувшись на филдер. Пескоразбрасывающая машина, которой тут так не хватало до столкновений, появилась сразу после них. Вот он пошел первый где-то 10:40 пошел. А вы уже сколько стояли на тот момент? Ну, я уже где-то минут 30 стоял. Минут 30 и плюс тебе еще 40. Да. Пострадавших в этой череде аварий нет. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.